Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня речь пойдет у нас о угловырубных станках Metalmaster серии ТН, ТН-3 и ТН-4. Итак, давайте начнем со станка ТН-3. Этот станок у нас может высекать металлический лист толщиной 1,5 мм, максимальное сечение 125 на 125. Значит, на станке предусмотрена удобная система выставки расстояния. Путем берем шестигранник, откручиваем данный винт, дальше мы можем регулировать то расстояние, которое нам нужно. Здесь есть удобная шкала, которая помогает нам выставить правильное расстояние. Допустим, вот выставляем данное где-то вот так. Фиксируем. Эту оставляем без изменения, чтобы сделать неравномерный угол. Устанавливаем заготовку. И высекаем. Делаем. Теперь этот угол сместим. Сделаем его чуть побольше. Где применяются данные станки? Данные станки необходимы в производстве фасадных кассет, различных коробов, где нужно быстро и желательно точно сделать максимальное количество повторяемых одинаковых вырезов. Так, ну давайте перейдем к станку ТН-4. Значит, в чем главное отличие этого станка? Этот станок может вырубать материал, сталь до 1,6 мм. Максимальное сечение 156 мм. То есть максимальный угол высечки 156, максимальный размер высечки 156 на 156 мм. Значит, принципиальное отличие от своего младшего брата именно идет в настройке. То есть здесь уже не требуется ключ, мы просто откручиваем данной ручки, дальше мы переставляем упоры в любое место, где мы хотим это сделать. Будь то сложная деталь или просто прямоугольная. А сама шкала находится уже в теле станка, в его станине. Дальше здесь уже предусмотрена настройка ножей. Их можно регулировать по мере износа. Ну и сам по себе рычаг у этого станка для произведения резки, он выше, и резку производить намного легче. Ну что ж, давайте попробуем вырезать. Берем произвольно, выставляем и высекаем угол. Вот что у нас получилось. Мы можем также быстро его переналадить. Еще одно отличие ТН-4 от ТН-3, то что на данной модели, если вы обратите внимание, ножи расположены под углом. Это позволяет нам уменьшить силу резания и выполнять более качественный рез. Давайте попробуем на примере, дабы не быть голословными. Обратите внимание, как нож режет металл. Он постепенно начинает с краю, дальше уже идя к середине, вырубает. Мы не прикладываем абсолютно никаких тяжелых физических усилий. Благодаря наклону ножей на изделии у нас нет заусенцев. То есть у нас абсолютно изделие без заусенцев. Видите, здесь нету заусенки. Регулировка на данном станке достаточно просто выполнена. Поворачивая данную рукоятку, мы регулируем упор в любом положении, в котором нам нужно. И выставляем его благодаря шкале, которая закреплена на станине станка.
Ну что ж, давайте попробуем, не будем голословными, попробуем вырезать металл толщиной 1,5 мм, это сталь, вот, на угловой системе станке ТН-4. Устанавливаем заготовку в станок и высекаем угол. Постепенно также у нас идет рез. Обратите внимание, рез остался также без заусенков.